Всем привет! Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Троньков прокомментировал изменения в правилах начисления дополнительных коэффициентов за прыжки во второй части программы. Те тренеры, которые работают с одиночниками, конечно, для них подготовка изменится. Особенно это касается группы Этери Тутберидзе. У них была сделана ставка на прыжки во второй половине. Теперь придется пересмотреть и хореографическую работу, заявил Троньков. По мнению олимпийского чемпиона, именно российские фигуристки славились исполнением прыжков во второй половине программы. Я думаю, что прецедент был создан на играх, потому что именно Алина Загитова, олимпийская чемпионка, выполняла все прыжковые элементы во второй половине программы, набирала большие бонусы и за счет этого выиграла, добавил он. 6 июня Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил поправки к правилу о начислении бонусных баллов за прыжки фигуристов во второй половине программы. Новые правила начнутся действовать на всех соревнованиях со следующего сезона. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем я желаю хорошего дня, до свидания. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. To create